Снова всем привет любителям стратегий про геймдев. Продолжаем играть. Только что вот буквально мне пришло сообщение о том, что мусор валяется повсюду. Купите мусорные ведра. Сотрудники работают на 50% медленнее. То есть надо потихонечку заниматься обустройством. Это можно поставить в коридор, это можно в комнату, в коридор, большая доска, что она делает? Для записи, ничего, понятно. Так, мусорные ведра у нас только одни, давайте в каждую комнату по ведру поставим. Ну и в принципе, вот сюда, в туалет, в кабинеты. Вот так, я бы сказал. Все. Пока другое ничего не требует. Разрабатывают движок на 16 цветов. Да, вот исчезла иконка недовольна. 16 цветов разработали. И теперь, я думаю, можем сделать новый движок. Именно новый. С кучей фич. Но заоптимизированный. Ага. Оптимизированным может быть только из тех приложений, которые у меня есть. Хм. Ну, давайте сделаем приключение. Это будет Shock Engine без номера 5. Shock Engine. Особенности 16 цветов. Это не надо. Просто сразу 16. Примитивная музыка. 3D графика. Сохранение. Джойстик не нужен. Спрайт и прокрутка будет. Простой ИИ для приключений. Ну, пускай будет. 149, 164, да, вот так. 14900, 15 тысяч поставим ему стоимости. Давайте, прибыль будет 20%, а стоимость будет у нас 15 тысяч, вряд ли кто-то будет покупать. Давайте 12500. Shock Engine, заточенный на приключений. Платформер-копатель. У вас недостаточно денег, 149, блин, да. Тогда улучшаем старый, а что делать? 16-битная графика, ой, да, 16-битная, ну, 70 тысяч, у меня тоже нету денег. Есть 12500, и доля прибыли будет, пускай, 20%. Недостаточно денег, ну... Ладно. Ждем тогда барышей. Я все заплатил. И у меня капец. Так, во-первых, я не запустил производство. Что-то я завтыкал. Контракты есть, а... Так, 320 недель, 316... вот этот. Так, разработчики мои. За 5 недель 1100. Это какие-то безумные овертаймы прямо. 700 за 9 недель. Нет, сейчас рисковать не могу. Вот это точно могу. Это точно могу. Да, видите, за 4 недели сгенерил дофига всяких штучек. Тогда давайте попробуем за 9 недель 700 сгенерить. И я тоже думаю, что это реально будет. Подождем, пока изменится ситуация на рынке по привлекательностям играм. И посмотрим, что там изменится. Так, отлично пошло. Здесь за 20 недель тоже можно заработать деньжат. Так, малый стенд. Нет, я не принимаю участие в этом году. Хотя мне фанов надо поднимать, но мне некого выставлять. У меня нет игры. Так, 11 недель я успеваю. Что здесь? Это шортедж, понятно.
270 очков за 14 недель смело. Так, 45 я получил еще от движка лицензирования. Что тоже есть очень хорошо. 9 недель. Ну что, рискнем на 1700. 23 штрафа. Рискнем. Не успеем. Нифига, это, блин, было глупо. Если бы они еще не шарились постоянно. А работали. Куда он показался? В туалете. Целую неделю в туалете, чего? Не успеем сейчас, ну, штраф платить. Да. Не успеем. Чуть-чуть не успеем, буквально. 23 тысячи штрафа, да. Жалко, ладно. Вот это за 10 недель. Так, поменялось. Платформер взлом. Платформер взлом. Контракт мы закончили. Производственные контракты за 20 недель 316. Ну давайте, пусть работает. Так, платформер взлом. А у меня платформера нету. Мне надо его еще разресерчить. Ладно, заканчиваем сейчас контракт. 75 тысяч. Очень мало на разработку собственной игры на самом деле. 1400 надо бы. Жанр строительства. Так, ну что, ребята. А если не изучать? 40 тысяч, а у меня всего 77. Не-не-не-не-не. Садимся, пилим контракты. 504 очка за 4 недели, это я сделаю. Там я почти 1000 успел сделать. Так. Есть. Ну, 111. Давайте спилим, спилим чего-нибудь. Какое-нибудь переиздание сделаем. Вот этот, Vulcan Profile. 182 тысячи продано. А что у нас там было? Что у нас там было? У нас там был скилл, да? Скилл стихии у нас сейчас что? Взлом. Взлома у меня нету. Стихии я шарю классно. Давайте к стихиям добавим средневековый. Это скилл. Скилл. Скилл для взрослых. Для взрослых давайте добавим головоломку. Vulcan Profile 2. Делюкс будет. Делю... Блин, вот так. Делюкс. Без движка. Нет, движок будет наш. И погнали. Платформа это, больше ничего. Настройки в концептах вот такие. Скопировать. А ну стоп, еще раз. Vulcan Profile. Ага. Результат он мне не показывает. Он просто показывает мне результат. Окей. Технологичность. Чуть-чуть бы. Ладно. Salesforce. Salesforce 2. Да. А что там по фанатам было? Vulcan Profile, две письмы. Некоторые фанаты считают слишком коротким, не хватает глубины. Так, глубина вот так, слишком короткая вот так. Давайте сдвинем чуть-чуть. Давайте на 2 сдвинем. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, здесь пускай будет как было. Графика с 4 цветами я еще не заапдейтил, мне не хватает денег.
Это у нас так. Джойстик, сохранение, спрайты, прокрутка. 141 тысяча. В банке мне все равно надо взять, блин, денег опять. Слишком много фич. 8 из 5. Ой. А я размер игры не выбрал. Так выходит. Да. Сразу 100 тысяч. Ой-ой-ой. 241 тысяча. И денег нету. Нет. Тогда мы возвращаемся. Печально это все. Фичи. Какие фичи сбросим? 3 штуки надо. Джойстик уберем. Сохранение уберем. И простой. И спрайт уберем. Вот так. Пилите, Шура. Пилите, они золотые. Что это было? Что за пи-би-бип? Так. Из кризиса, я смотрю, мы что-то сегодня не выйдем. Который мы создали своим издательством и большим офисом. Окон профайл Deluxe. Ваш дизайнер уровней по ошибке стер уже готовый уровень. Теперь его придется пересоздавать с нуля. Минус 2 технологичности. Ой, геймплея. Отлично. Я тебя поздравляю. Ну да бог с ним. А, в принципе, найти издателя. Так. Это у нас... Угу. Ну ладно, давайте там, где хотя бы головоломка есть, потому что на скилл никого издателей нету. 42, ну такое. 116 тысяч. Да, ну нормально начало продаваться. Выпустить обновление. Давай. А у нас денег недостаточно. Зараза. Самое дорогое что? Музыка. Ну, пилите, Шура, еще раз. 4 Шуры пилите. Так, 81. Вон пошла прибыль. Memory Price Boom. Плюс 100 Production Cost of Consoles. Угу. Память подскочила. Плюс 100 баксов в производстве консолей. Ну, нам это не важно. Так, контракт выполнили на производство. 264 за 7 недель, 16 тысяч. Нет, не хочу такой контракт. А, так, что здесь не так? Ваши сотрудники холодно. Купите обогревателей. 32 тысячи. Обогреватели. Разное. Обогреватели. Можно поставить в коридор, а это в комнату. Давайте вот так поставим сейчас. Сюда один. Вот так. Больше они нигде не работают. Так, все, ушла проблема. Так, ну тут фейл. Да блин, за что же вы со мной делаете? Все, ноль фанатов опять. Это плохо. Хотя продажи растут. Ну, в принципе, они достаточно серьезные. Идут апдейт. Вот мы еще выпустили ко всему же. Запрос на издательство игры. 30% оплата. Аркада одиночная. 150. 30% должно быть. Скилл одиночная. Время 21 неделя. Ну что, попробуем. Скилл. Выбор целевого. Давайте для деток. Для деток тема будет стихи. Давайте так. Средневековье. Скилл будет у нас. Да, движок тоже наш. Поджанр. Да нет.
мой компьютер. И это будет геймплей. Потом будет сюжет. Глубина и хардкорщик. Проверяю еще раз, я правильно взял. Это будет скилл средневековый. Да. Вот так пускай останется. Так, 8 из 5 скилл средневековый. Простой, давайте без сохранений, без спрайтов и без и, но с прокруткой. Работаем. Так, еще купили мой движок уже, хорошо. Так, нет, продажи идут, смотрите, более-менее небольшие, но идут. Геймплей наворотили, тут нормально. Технологичность тоже. Исследование картридж для консолей. Пока у нас не надо ничего, у нас нету столько денег, чтобы консолями заниматься. Ну, 119 тысяч я заработал. Так, еще лицензировали мой движок. Ура, выпускаем игру. Рейтинг 13. Вы что, с ума сошли? Графика 29, геймплей. Я зафейлил. Я зафейлил контракт. Это плохо. Не буду больше так делать. 82 тысячи получил. Так, пошли продажи падать. Давайте выполним апдейт. Да, чувствую, за этих долгов и за переезда в этот офис, который мы до конца не утилизируем, можно было переезжать не в этот, а вот в этот или даже в этот. И нам бы все хватило. Еще лицензировали движок. Ну, несмотря на все, движки мои хорошие. Не успеем. Не успеем. 140 тысяч. Все. Welcome profile. А ну интересно, если оставить его новое исследование, платформы. Так, 36 тысяч с движка. Ну все, просто в никуда. Так. Сказал бедняк. Ну, наверное, это все. Пока что это все печаль. 11 недель, 1100. Да, мы это сделаем. Взлом платформер. Что же будет дальше? Пилите, 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 пацаны. Так, отлично, еще 80 тысяч. Что здесь? 570 за 4 недели. Нет. Слишком. Слишком овертаймно. Так, еще один движок, а у нас здесь не все. Нет, все доделано, только в движке не все заимплементировано. Вот два контракта появилось, еще 450. Да. Придется аутсорсить несколько лет. Нет, я не хочу. Еще 30 тысяч за лицензирование движка. Что-то слабенько как-то игры идут у конкурентов. Так, хорошо. Ну вот на этом мы закончим, наверное, на сегодня. Дальше будем думать, что из этого делать. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Game Dragon. И продолжим выбираться из долговой ямы. Всем пока-пока.